В Жамбылской области наращивает производственную мощность местная птицефабрика. С помощью российского и европейского оборудования на предприятии намерен выпускать до 80 миллионов яиц в год. Работает птицефабрика по государственной программе индустриально-инновационного развития. Птицефабрика по производству яиц функционирует в Жамбылском районе второй месяц. Породистые несушки обладают высокой яйценоскостью. В день здесь получают 75 тысяч яиц. Испанское оборудование стоит. И на следующем месяце с Голландии оборудование приходит, это 160 миллионов стоит. Сортировальная машинка МОБА называется. Это будет сортировать и маркировать. У нас содержится где-то 90 тысяч поголовья куриц. Это Ломан Классик, голландская порода. Мы берем его с Кемеровской области, Российской Федерации. 93 тысячи у нас цыплят сидят. С расширением предприятия количество кур увеличат в разы. Сейчас на птицефабрике ведутся монтажные работы. В ближайшее время заработают все три корпуса. Они позволят в сутки производить 210 тысяч яиц. Стоимость проекта 914 миллионов тенге. В Жамбылском районе действует 7 проектов. Из них 4 проекта введены согласно первого периода. Во втором периоде работают 3 проекта. 2 проекта введены в действие в 2016 году. Третий проект – птицефабрика яичного направления. Птицефабрика обеспечила работой 37 местных жителей. При выходе на полную мощность откроют еще столько же дополнительных рабочих мест. Все у нас через пульт происходит. Где-то вот когда накапливается, то оборудование останавливает это все. Ну, оттуда как через ленту подается. Вот этот вот аппарат, который вы сами видите, называется «Анаконда». И отсюда идет сортировка. И работники сразу ложат платки и потом пропускаем через печать. После этого упаковываем коробки. Пока продукция пользуется спросом только в регионе и Алматинской области. В планах яйца намерены экспортировать в Иран и Афганистан. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатилла, Жамбылская область, Хабар-24.